Добавим 6 белков в густую пену. И когда она уже вот такая вот густая, видишь, получается, мы влаживаем туда 1 стакан сахара. И продолжаем взбивать сахаром. После того, как мы взбили сахар, помещаем туда желточки. И теперь он взбивается желтками. И потом в конце мы можем. Вот такая вот горка у нас. Тут 3 ложки муки, 3 ложки крахмала. Видите, какая масса увеличилась, насколько там стало много. После этого, как мы сейчас это взбиваемся, мы добавим муку, крахмал. Тесто будет готово. И можно будет выпекать.